прошлого года у нас там идет ремонт железобетонного путепровода на 7-м километре автомобильной дороги Ачинск-Ужгородская. Работы начались в прошлом году, в этом году до конца года они также продолжатся. Это у нас капитальный ремонт. Стоимость работ за 2 года составляет 48 миллионов. Из них финансирование на этот год 28 миллионов. Длина у него будет 56 погонных метров. Ну, покрытие, соответственно, асфальтобетонное. И подрядчик у нас там работает ООО «Гран-Ви». Надзор осуществляет межрайонный отдел коридора в Бачинском районе.